Открыл? Да. А что ты распаковываешь? Это магнитные колбасы. Ух ты, так это большое. Это не такое, как в прошлом году Дед Мороз приносил. Тут большие, да, квадраты и треугольники. А там мини был, да? Да. Покажи. Ух ты, и колеса. Дай посмотреть. Он был ага. Цветной. И колеса большие. Там, ты видишь, ого. А, есть и маленькие треугольники, и большие. Или только большие? Только большие. Большие маленькие. А, маленькие вот. А нет, это тоже это большие тоже. А это вообще огромные. Такие это вообще огромные. Да, неплохо, да? И вот такая. Да, классно. Они двухсторонние цветные. А, тут двухсторонние цветные. А в прошлый раз были только односторонние. Ну, односторонние, да? Двухсторонние цветные. Да, здесь красный получается, а с другой стороны желтый, да? Ну да, это двухсторонние цветные. Вот, вот такой. Давай коробку покажу. Вот, вот такой, да? Можно ракету строить, космическую станцию, луноход. Да? Да. И спутниковый корабль. А где инструкция? Инструкция есть? Нет. Только на коробке, да? Да, только на коробке. А нет, есть инструкция. Смотри, инструкция вот такая вот. Да. Мама, они двухсторонние цветные. Не двухсторонние цветные. О, видишь, можно куб сложить. Я и так знаю, как можно. Ну да, куб ты и так сам знаешь, да. Вот, посмотри, разные тут комбинации. Луноход можно тоже. А, вот здесь инструкция, кстати, как луноход складывать. Ну и ракету тоже вот показано как. Будем ракету складывать? Ты видишь, я треугольные панели. Сынок, ты хочешь вот такую ракету сложить? Мама, или это даже магнит? Ну давай, смотри. Берем. Стой. Посмотри, это даже крутится. Да, 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 да. Мам, посмотри. Подожди. Это даже на этой стойке крутится. Покажи. Ну так правильно, потому что это же спутниковая антенна. Да. Смотри, вот я делаю ракету. Ты уже разрушил все? Я вообще... Да нет, это не отсюда, Антон. Я собираю, мам. Вот. Так а ракету как мы будем? Или ты луноход уже делаешь? Я не луноход. Дай мне тогда треугольник, пожалуйста, синий. Дашь? Да. Так ты забрал его для своей антенны. А. Можешь летать? Мы попробуем ракету сложить, а потом луноход с папой, хорошо? Так, а где наша инструкция? Вот. Так, вот, смотри, мы первую сделали, да, первую. Теперь нам надо маленькие треугольники. Можешь маленькие треугольники? Еще два дать. Давай, еще два. А второй примагнитил. Третий ты примагнитил, давай. Давай сюда. Я уже присоединил. Так еще давай. Нет, это не отсюда. Стой, Антош, это не отсюда. Вот, вот так вот. Оп, оп. Все, видишь? И третью мы сделали. Только, ага, и с этой стороны то же самое. Только там крылышки надо будет, да. Да, да, да. Да, теперь вот так вот вместе их. Все. И теперь крылышки. Подожди, к ракете еще надо. Большие треугольники. Вот. Большие треугольники это крыша. Это крылья, вот, смотри. Это крылья. Перевернулась. Подожди, ничего страшного. Подожди, убирай. Вот, видишь, это крылья. А теперь нам надо... Не трогай, зай. А теперь нам надо... Я хочу
нету раки. Ну так подожди, нам надо еще хвостик взять. Дай два маленьких треугольника. Вам доставка. Два маленьких треугольника. Давай сюда. Вот а нет, вот так вот. Оп. И второй треугольник. Давай. О-о, не держится, если честно, как-то. Ну, наверное, обхитрили нас. Да никто не обхитрил никому. Давай, ставь вот сюда вот. Давай, да-да-да, сбоку. О, видишь, вот и ракета тебе. подожди. Вот ракета. Да. Полетела, да? Или это самолет, или ракета, непонятно. Это можно соединять и соединять. Мама, это можно соединять. Да, колеса, как и там, как и в маленьком, да, конструкторе колеса можно соединять. А, это бампер. Ну, короче, ракету мы сложим. А домики вот такие будешь складывать, как в инструкции? Или ты уже машину будешь? Ну, ой, конечно. Бамперы тут есть, покажи. Да. Ну, и там они были соединены. Соединены с бамперами? Да. Ух ты, ну нет. Давай тогда, может, машину какую-то? Нет, что? Бамперы там были в упаковке соединены с друг другом. А. Колеса там были, колеса сами были с друг другом соединены. Ну, давай ты попробуешь машину сделать какую-нибудь. Можешь ракету эту разобрать уже. Ну, неплохо. Так эту потом спутниковую тарелку наверх поставишь. Ты сначала кабину делай. Можешь ракету разбирать. Как? А там же сделано. А помнишь, ты делал какой-то, помнишь тот раз? Вот такие вот стекла боковые. Помнишь, ты делал вот тот раз? Так, только с маленького компьютера. Ой, не компьютера, а мама говорит компьютера. А с маленького конструктора, да, вот. Угу. И наверх что-то, два квадратика. Один и второй. Вот такая. Покажи. И можно поставить, да, спутниковую тарелку. Наверх только, а не вперед. Водителю уж не видно будет, как ехать. Ну, давай, показывай. А можно вниз? Ну, показывай. Слушай, так это настоящий луноход. Вот он, в принципе, так похоже и собирается. О, класс, луноход. Когда он едет, давай не крутится покажем тарелка. Ближе. Он едет, а тарелка не крутится. Ну, давай, ставь, покажем поближе, сфоткаем. А давай сзади. Сзади тарелку поставим? Да. Ну, давай. Ну, классно. Такой большой, не то что тот мелкий, да? Это будет хвост. Он, наверное, с тем будет вот. Интересно соединяться, но это очень большой. Он просто огромный по сравнению с тем мини. Да? Да. Огромный просто. Классно. Давай тебе нравится, Антон? Соберем. Антон, тебе нравится? Такую стрелу. Сынок, тебе нравится? Нравится. Ты рад, да, что купили? Ну да. Ну, такой помогут показывать на телевизоре. Такой конструктор. Показывали, дети собирали из такого? Нет, дядя без детей. Дядя собирал. Он купляет всякие игрушки. Ему же они понадобятся? Не знаю, может и понадобится. Чтобы я взлетел, чтобы он узнал. Все.